Ноутбук. 4 ноября 2016 год. Именно этот день подарил мне много счастливых воспоминаний. День начался как обычно. В школе этот день шел как будто целую вечность. Русская литература, литература, русская математика. Ой, в общем, это длилось вечность. На переменах мы разговаривали о жизни школы и сплетничали про другую параллель. Ну что, это же мы, девочки. Мальчики в это время мерились, кто больше сможет промолчать. Да-да, молчали бы они побольше, особенно на уроках. И что-то между нами зашла речь об отдыхе после школы. Ну а что, я новенькая, можно и ближе познакомиться. Конечно же, мальчики нашу идею поддержали. Досидев еще 2 урока, мы решили, что пойдем в боулинг. Договорились о встрече и разошлись по домам. Когда мы пришли к боулинг-клубу, мы были очень шокированы красотой. Интересно, а внутри так же красиво, как и снаружи? А как тут красиво, произнесло мое подсознание. Но вообще, в боулинг я играть не умею. Посмотрим, что из этого получится. Takes a poop and the president too, and the fancy grand banker in his 3-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. The famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop for a dump. But can the size of Canada can't spray away the truth? 'Cause even if they don't admit it, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Some days it's easy, other days it's hard. But if your system's working, thank your lucky stars. Nobody talks about it, not a word is said. If you're not pooping, then it means you're probably dead. Этот день мне запомнился надолго. Я очень счастлива, что попала в класс именно к таким жизнерадостным, дружелюбным и энергичным ребятам. Я очень надеюсь, что мы будем идти до конца вместе. Мы одно целое. Мы семья.